Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 513, из раздела «Какие числа называют целыми?» Использование знаков «плюс» и «минус» в записи чисел. Запишите с помощью знаков «плюс» и «минус» сообщение службы погоды. Задание А. 20 градусов тепла. Мы записываем плюс 20 градусов Цельсия. Задание Б. 20 градусов мороза. Мы записываем минус 20 градусов Цельсия. Это единица измерения температуры. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.